Здравствуйте, дорогие друзья! Наш многоуважаемый и всеми горячо любимый мэр Педалий Кличко продолжает рубить правду матку. Как вы помните, сперва было вот это вот. Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме. И просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле. И таки да, Виталик, с нашими дорогами в Киеве действительно многим нужно готовиться именно к земле. Что с дорогами, мэр-то, а? Хороший вопрос. Мы видим тот город Киев, в котором мы живем. Та инфраструктура разрушена, те дороги разрушены, спасибо. Да ну типа не за что. Понять бы просто, кто виновен. Может, это все из-за заместителей? У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Ну, якщо так, то да, то, звісно. Даже скоріше всього. Знать би ще в чому розстояння зміряється. В Одеській області город 50 кілометрів, недалеко. 50 кілометрів. Знаете, не в километрах из расстояния измеряется. Два часа. 50 километров нужно ехать 2 часа. А в общем, да. У нас, знаете, с Борщаговки в центр тоже можно ехать 4 часа. И какая разница, что 15 километров? Другое дело, что вот воды не было вот полулета. Вот по этому поводу тоже комментарий интересно послушать. Еще раз. Багато спекуляций на сегодняшний день стосовно горячей воды. Ми можемо дати гарячу воду. Щоб гаряча, холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. Йо, Віталік, спасибо. А я-то не знав ведь. А все почему? Все по одной только причине. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотреть. Вернее, смотреть можуть не только лишь все. Мало хто може це делать. Не по одной, по двум. Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос. Окей, по трем причинам. Можу сказати, що в тих умовах, які нам, в яких ми працювали, ключовий суперник у мене. Суперник в ті ціни на тепло на носії. В общем, понятно, да, почему так происходит? Суперник, сложная ситуация. Цены на теплоносители. Абсолютно логичная цепочка, и придраться здесь не к чему, все ясно. Но, вот многие говорят, вы, киевляне, выбрали себе этого тупого Кличка. А вы знаете, кто его был соперником во втором туре? Борислав Береза. Можно под нему подготовить отдельный, конечно, материальчик. Но я вам сразу скажу наперед. Лучше уж тупой, чем подлый. Это лично мое мнение. А варианта было только два. Ну, кстати, о своем сопернике Виталий Кличко довольно неплохо говорит сам. Борислав Береза, что вы думаете о своем сопернике во втором туре? Что человек сделал? И только лишь из этого исходя. Знаете, сколько бы дискуссий не было, как можно, как хорошо ты будешь, не будешь говорить, и как много не будешь повторить, халва во рту слаще не будет. Хочешь заглянуть в будущее человека? Посмотри, пожалуйста, в его прошлое. А что вы такого из прошлого Березы знаете? Нет, я в том плане, что человек сделал, вот, и можно от него ждать, что... Значит, может быть, вы будете... Я очень хотел бы уйти от спекуляций. Я думаю, что вот это должно быть сойти, вот, знаете, когда... ситуация для многих непонятна регионов, то есть там, где зона, там, где проводились выборы. Будете вы мэром, не будете вы мэром? Я буду мэром. Ha 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 ha.
Знаете, в этой ситуации мне только ведущих жалко. Это же надо как-то сохранять эту дипломатичность, вот это вот хладнокровное выражение лица, что практически невозможно. Я вместе с вами смотрю, я просто ржу навзрыд. И новый перл вот от Виталика сегодня. Бесподобно. Интенсивная терапия в лікарні швидкої допомоги, цифри. Якщо раніше кожна шоста людина, яка потрапила в інтенсивну терапію, помирала, зараз тільки кожна друга. Це дуже важливо, ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя людей. Да уж, поднимают уровень, так поднимают уровень. Если раньше 5 человек оставались живы, Виталик, а шестой, каждый шестой, к сожалению большому, умирал, то сейчас вы подняли уровень из твоих же слов до того, что один остается жив, а второй, каждый второй, умирает. Я бы ему уже какой-нибудь чип в ухо, имплантант вживил для того, чтобы ему кто-то что-то диктовал, а он просто повторял, потому что, ну, это же слушать невозможно. Закрыли тему с Виталиком. Вчера я проговорился, сказал, что если хотите, запишу вам видео про Антона Геращенко, про чертово колесо. Несколько человек написали: о, давай этот видос. Я удивился, что этого кто-то не видел раньше, потому что я, когда это говорил, я был уверен, что все смотрели. Никто этого не напишет, все скажут: а я это уже видел. Нет, написали. Ну, а слово не воробей, вылетит не поймаешь. Приходится делать. Однако, когда вспоминают про Антона Геращенко, вспоминают еще один эпизод. Давайте начнем с него. Это видео уже 100% все смотрели. Я его выложил не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы в качестве предисловия просто обратить внимание на то, что Антон Геращенко по сути своей является обыкновенным, таким вертким, стандартным чинушей. Из тех, которые привыкли врать постоянно и из-за этого врут, даже когда врать особого смысла нет. Когда его спросили про эту тарелку, он сказал: вы знаете, в Японии считается большим комплиментом, если вы вылизываете тарелку перед поваром. Мало ли происходило конфузных ситуаций с большими людьми, в том числе с большими политиками. Нет, немало, но все они выходили из них с достоинством и с юмором, потому что этих людей, этих политиков знали не по этим конфузным ситуациям. Их знали по другим делам и по делам достойным. Вот по каким делам мы знаем Антона Геращенко? Потому что он вдохновлял к созданию базы «Миротворец»? Ладно, к этой базе разные люди относятся по-разному. К тому, что он является советником министра МВД? Тоже ладно. К министру МВД, как и ко всей реформе, как и ко всему МВД, разные люди тоже относятся по-разному. Давайте лучше посмотрим, что думают местные жители того района, администрацию которого он некогда возглавлял, до Майдана. Вот это будет говорить конкретно о его делах. У нас было колесо в парку. Разобрал и продал, и прогулял. Долгів наробив і втік від селя, хоч вигнали. Я знаю його прекрасно, він жив на 9-й на 8-му етажу, дівок водив. Долгів наробив, розвалили парку, парку були качелі, все. Це ж його робота. Кінотеатр розвалили, вивезли. У нас був кінотеатр на ту сторону, це парка, там ще розвалили. Тут в лісному ресторані гульки, п'янки, кабан от кормушний. У мене пай є. От він хотів паї поотбиратися. Ну не вийшло у нього тим в агрофірмі. В других колхозах вони там поотбирали. А в агрофірмі піщанки не змогли. У нього була квартира в 9-й. Не в оцій 9-й, а там. Ну а в лісному вже гостиниця була. Куди дівок водить? Гостиницю. Вони самі приходили. Безобразію вели тільки таку. А от тут дитське чортове колесо стояло, дети катались. Так він пропивив лісна гостиниця. Порезав, здав металолом, отримав гроші. Я знаю, що там були неприємності. Його там вбили. Вбили? Ну, деньги должен був давно. Було колесо от. І бувший наш мер
не мера, а это Геращенко. Пропив його. Как пропив? Ну, ходив по кабакам, отут, от там є так називаємо бичий глаз внизу. Там зараз зроблено як кафе чи щось з випивкою. Лісної, от там в гостиниці в Наталіно. Там напив на те, в общем, на 30 тисяч він алкоголя набрався всього. Ну, йому сказали, не розплатишся, ми тебе тут грохнемо. Ну, зняв колесо, здав на метал. Здав металом і все, і розплатився. От так наше колесо пропало. А як? Ну, тобто дороги, освещення, що нічого не робилося взагалі, що ли? Якщо б робив, значить люди б помнили. Пам'ятаю, що хорошо закладували і жрали, як свиня. Было даже при Геращенко, скажу, у нас вот есть песчанка, сельские советы, где людям, где пенсионеры занимали огороды. Вот у нас в пределах третьего микрорайона были там огороды. Все пенсионеры садили. Они их забрали, они их раздали всем. И стоят там бурьяны, никто ничего не пользуется. Ни строительства нет, ни огородов пенсионеров нет, ничего это. Где-то руководители есть у нас. Вот такие руководители там стоят. Вот, когда проехал третий микрорайон, там есть поле, большущее поле. Там бурьян, рост человеческого роста. Это при Геращенко, да, да. Это было при Геращенко. И сельские, ну там же непосредственно земля сельских советов. Это все, да, было. Хорошо, дали под застройку, пускай человек строится. Но никто ничего это не делает. Это что? Землю купить и перепродать получается. У нас было чертово колесо. Для дітей понад чотири колеса. Я не робила для себе. Все його порізали на металолом. Ну, отой хороший. Так, да, отой хороший. Нічого, абсолютно. Ой, я бачу, що зараз він там, ви розумієте. Та щось нас не по душі. І вроді би все для людей. Ну, за те час хороший. Да. Старався продати довір'я. Старався продати довір'я. Вопроси є? Якщо є, пишіть в коментарях. Пока.